все идет. В общем, вот, заказал я Denon DDJ Prime 4+, а пришел Prime 4, короче. Вот сейчас буду распечатывать. Надеюсь, что это просто упаковка. Но очень сомневаюсь в этом. То есть вот, можешь на экран, на телевизор покажи. Сейчас быстро тоже покажу. На телевизор. Сейчас. Запись не идет, нифига. Вот на телевизор. Вот он. Короче, то, что заказывали. Denon DDJ Prime 4. То есть, в чем отличие, что вот здесь вот куча эффектов, и процессор там новый, и экран больше, то есть, и стоит он, в общем, стоит он 2173 этих евро, а тот стоит, вот сейчас мы сделаем вот так, например, раскопирую, DDJ Prime 4 Denon, в общем, и вот сейчас ставлю сюда найти, ставить, найти. То есть, вот он. Вот это то, что мне прислали. То есть, разница в цене сразу на 1000, короче. И вот как этот выглядит. Но я надеюсь, что это просто коробка неправильная. То есть, я заплатил-то 2000. Сейчас будем смотреть, что получилось. Что мне вообще прислали. Так. Вот здесь, конечно, аккуратненько. Я сейчас еще зацеплю там что-нибудь. Будет вообще очень обидно. Он сейчас с этой стороны, наверное. Дело в том, что коробка, в общем-то, по размерам они одинаковые, то есть, что может они просто с коробкой ошиблись. Там на самом деле находится то, что я заказывал. Ну, посмотрим. Что-то я уже сомневаюсь. Да, это не то, что я заказывал. То есть можно сразу его отправлять назад. Бумажек нет. Да, вот. Это не то. В общем, ну ладно, сейчас я его уж достану, раз уж так. Так а зачем? Ну не просто надо. Так не достану, просто чтобы показать, что это вообще не то. Потом обратно сейчас. Ну вот, вот сейчас фильм. Ну да, вот то, что прислали. То есть не то, что я заказывал. Здесь вот колонки, эффектов нету. Угу. То есть и SL Live 4. Ну, в общем, все, отправляю обратно тогда. Спасибо, Amazon. То с этим тачскрином напарили. Заказывал тачскрин, прислали мне тачскрин. Теперь с этим напарили вообще. Что такое, не знаю. Обидно, время потеряно. Все, тогда. Спасибо большое за потерянное время в ожидании. Так, больше ничего там не было, правильно? Бумажечки я тоже эти туда. А, надо будет внутрь же эту штуку положить, поэтому я не буду пока его закрывать. Какую? Ну, эту бумажку-то. Где она, бумажка-то? Распечатывать надо. А, распечатывать. Ну, все. Что, вот все тогда. Ну, все. Вот такие вот дела с Амазоном творятся. Все? Да, выключай.